Друзья, всем привет! Сегодня приехали на Москва-реку. Сегодня будем рыбачить здесь на головля, а конкретно ловить головля на корочку хлеба. Очень интересная рыбалка, со дна, с поводком, и на корочку хлеба будем пытаться поймать головля. Ну а в конце видео будет розыгрыш для подписчиков, в котором я разыграю рыболовную катушку. Погнали! Рыбалка у нас сегодня будет со дна. Для этого я взял с собой три своих фидера. Сейчас расскажу, какие. Так, это, конечно же, мы снова будем испытывать вот этот китайский фидер, который мне пришел с AliExpress, с той же катушечкой. И мои уже старенькие Shimano Best Master и Browning Champion Choice. Вот на эти три палочки сегодня будем ловить. Так, сейчас поставим рогаточки. Где будем у нас, где будут фидеры стоять? Итак, мы поставили поводочки наши, теперь готовим нашу насадку. Ловить будем на корочке черного хлеба. Сейчас мы его порежем. Нам нужна вот эта вот, пока с этой начнем, жесткая часть. Срезаем корку. Таким образом. И нарезаем ее вот на такие вот полосочки. Так вот, скажем. Ну вот, пока этого будет достаточно. Потом еще, если нужно, будет нарежем. Оставшийся хлеб в пакетик, чтобы не высыхал. Вот, видим, здесь жесткая корка, и с этой стороны мякиш у нас. И примерно потом вот на такие кусочки мы это все нарезаем. Ну вот, пока с этого начнем, с таких корочек. Остальные потом уже порежем по мере необходимости.
что, друзья, к сожалению, сегодня не получилось у нас поймать рыбу, но ничего страшного, и это не повод откладывать розыгрыш. Итак, разыгрываю среди своих подписчиков вот такую вот новую рыболовную катушку. Условия конкурса очень простые, нужно быть просто подписанным на мой канал «Рыбалка с Пашком» и под этим видео оставить комментарий «Хочу катушку». 1 марта подведем итог с розыгрышем и определим победителя. Так что желаю всем удачи!